Wake up, I'm Вова Кэс. Марьяна Ру опять стебется над Марисен. Руслана Соколовского задержала полиция. Мама отличника кинула страйк Кузьме. Был кинут страйк на мой канал. Ариана Гранде отмечает день рождения, а канал Мамикса набрал 7 миллионов подписчиков. Если ты еще не подписан, тебе нужно обязательно подписаться на мой канал и нажать на... Так ты будешь в теме самых правдивых и свежих новостей. Лайк влепил? Let's go! Итак, 26 июня Ариане Гранде исполнилось 26 лет. Карьера девушки началась еще в 2008 году с мюзикла «13». Затем она стала звездой Никелодеон. Все же помнят красноволосую Гранде в роли Кэт. Музыкальная карьера началась в 2011. Кстати, до того, как стать популярной певицей, девушка пела каверы на Адель и Уитни Хьюстон. С тех пор певица выпустила 5 студийных альбомов, сняла десятки клипов и набрала более 13 миллиардов просмотров на YouTube. А вам нравится творчество Арианы? На днях канал Мамикса преодолел отметку в 7 миллионов подписчиков. Ему потребовалось всего 2,5 года для достижения такого результата. Максим стремительно набирает аудиторию. Год назад у него было чуть больше миллиона. А по прогнозам, через 5 месяцев на его канале стукнет 10 миллионов. Руслана Соколовского задержала полиция. Парень провел одиночный пикет против закона о неуважении к власти. Блогер вышел на Красную площадь с плакатом в руках. Слова на плакате не очень понравились полиции. Парня отвезли в ОВД и выдали повестку в суд. Руслану грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. А вы как относитесь к действиям блогера? Мама отличника кинула страйк Кузьме. Да, это та тетушка, которая плакала из-за измены мужа. Тогда многие ее поддержали. Кузьма, Юлик и приятный Ильдар сняли про нее несколько выпусков. В том числе они поугарали над ее шпротной диетой. Да шпротная диета. Маме отличника шутки не понравились, и она выпустила видео против Юлика. Молодежь его смотрит из-за того, что он стебется. Противный просто, противный. Юлик, хуюлик. В ответ блогер вместе с Кузьмой сняли реакцию на это видео и опять поугарали. Мама отличника лайф наехала на Юлика. Да. Такое мама отличника уже не смогла вынести и кинула Кузьме страйк. Тем, что она кинула страйк, она показала свою личину, что это уже не та добрая, милая женщина, к которой мы привыкли, которая, о, шпротики там. По его словам, он не будет вести переговоров и просто дождется, когда YouTube снимет страйк. Я решил, что я не буду вести переговоры с мамой отличника абсолютно никаких. Марьяна Ро снова затронула Марисен. В этот раз она выстебала ее новую песню «Молоко». Только Марьяна решила спеть про майонез. Майонез. Да, я знаю, что я не кичунес. Молоко. И ты сам здесь решаешь все. Напомню, что совместную песню Марисен и Тимура Сорокина захейтили. Сейчас на клипе почти 50 тысяч дизлайков. У Мари молоко, у Марьяны майонез. Пишите свои варианты в комментариях. Советую посмотреть другие мои выпуски. Как всегда, кто еще не подписан, подписываемся, жмем колокольчик, лайки ставим, дизлайки ставим, шумихи в комментариях. До скорого!